Так, нет. Добрый вечер всем, у кого вечер. У меня, по крайней мере, вечер, поэтому и вам добрый вечер. Может быть, доброе утро, добрый день. Давно не виделись, как обычно. И я вот решил записать свеженькое видео. Ну, свеженькое в том смысле, что я его выложу, наверное, быстро. Не так, как обычно мои видео выходят с опозданием, там, не знаю, в полгода, а то и в год бывает. А вот, наверное, будет оно совсем скоро на канале. И, в общем-то, тему, которую я хотел затронуть, это тема, наверное, самый часто задаваемый вопрос всем, вот, кто уехал за границу, кто снимает свои какие-нибудь блоги, влоги. Вопрос... Как уехать за границу, либо как переехать за границу на постоянное там место жительства в таком духе. Вас этот вопрос, наверное, очень интересует тоже. Я думаю, в принципе, мне почему-то кажется, что в процентном соотношении процентов может быть только 10, ну может быть 20 максимум людей, которые просто смотрят ролики людей из других стран, просто потому что интересно, там, не знаю, увидеть, как люди живут или что-нибудь в этом духе. Но процентов 70, наверное, смотрят просто потому, чтобы как минимум понять, а хорошо ли там где-нибудь и стоит ли туда переезжать. Поэтому я тоже решил сегодня эту тему, ну, не то чтобы закрыть, но, скажем так, немножечко прикрыть. И хочу сразу предупредить, что, наверное, будет много дизлайков, потому что я ее решил, ну, скажем так, немного грубо, немного жестко, что ли, эту тему прикрыть. А имею я в виду вот что. Сейчас расскажу. Как мне кажется, есть один самый важный способ, самое важное решение, самое важное дело для того, чтобы переехать. Ну, то, что поможет переехать за границу. Все банально да нельзя. Это желание, мотивация и действие. То есть, что я имею в виду? Для того, чтобы вам переехать за границу, в любую, причем страну, не только во Францию, где я сейчас, да, а вот в любую страну, которая вам приглянулась, которая вам кажется интересной для вас. Самое главное – это захотеть. Вот так вот просто, да. Причем, я понимаю, что многие из вас скажут сейчас, так я и так хочу. Уже все понятно. Мне только объясните, скажите, что мне делать для того, чтобы переехать. Но на самом деле... По личному опыту, да и, в общем-то, по тому, ну, по другим людям, которых я послушал, тоже увидел, я понял одно, что кто бы вам что ни рассказывал, сколько бы людей вы ни послушали, сколько бы советов вы ни услышали, вы все равно в итоге потом, вы все равно попадете в другую ситуацию. Вот мне так кажется. Это во-первых. А во-вторых... То, что у каждого человека ситуация своя, и он максимум, в принципе, может рассказать только одну свою ситуацию. То, что с ним произошло, как это с ним произошло. Понимаете, что я имею в виду? То есть, вот человек, я, например, да и все так, все ведь приезжают один раз в эту свою другую страну, например, да? Ну, есть, конечно, такие исключения из правил. Люди там, которые уже несколько стран посетили за свою жизнь, жили и там, и сям в нескольких странах. Ну, таких случаев не так много. На самом деле, как правило, это одна ситуация, когда человек переехал каким-то способом своим, что-то узнал, что-то увидел. И... Собственно, это то, что он узнал, он и может рассказать. И понимаете, речь о чем? О том, что у вас будет по-другому. В любом случае, у вас будет по-другому. Может быть, чуть-чуть похоже,
может быть, там даже очень похоже, но все равно будет по-другому. Так, ну это я долго на этот момент давлю. По факту, я, знаете, вот всегда так, перед тем, как снимать, вот сейчас шел, думал, даже как-то вот текст какой-то, что-то такое, а потом снимать начинаешь, и как всегда все с головы вылетает. Но самое главное, это все-таки желание. Причем не просто желание, а желание с силой как бы взять и начать делать. Понимаете, я к чему веду? То есть я в итоге сейчас я решил, хотя, конечно же, я и сам тоже долгое время думал, мечтал там о чем-то, не решался, все хотел узнать. Все боялся там, допустим, да, вот хотелось узнать у кого-нибудь, а как, а что, а где, а почему. Но при этом сейчас я пришел к выводу, что все это фигня, вот правда. Хотите верьте, хотите нет. Нет вообще никакой необходимости долго что-то думать, долго узнавать. Вы просто, ну, буквально там какие-то базовые вещи, которые вам понадобятся в первое время, да, там, где, например, там, билет купить на самолет, где визу идти открывать. Понятно, что такие вещи, они нужны, о них нужно узнать. Но это, в принципе, все практически. По ходу вы все будете узнавать, когда вам самим придется это делать, тогда вы будете узнавать, что и как происходит, по большому-то счету. Почему я так думаю? Да потому что часто происходят такие ситуации, когда человек очень хочет, вроде бы вот он готов уже полностью на все 100, но что-то вот ему мешает, что-то его пугает, и не может он решиться, точнее, может быть, даже ему кажется, что он уже решился, но он не может взять, собрать чемодан и поехать. А вот это тот самый важный, самый главный момент, который, в общем-то, решит все. Как только вы соберете чемодан и поедете, вот тогда у вас все начнет происходить. И знаете, что прикольно? То, что быстрее всего, скорее всего у вас все получится. Давайте я, наверное, пойду потихоньку, чтобы не стоять здесь на одном месте. Может, вам еще просто хотя бы для глаз развлечений, а то я стою на одной этой площади. Не так красиво, конечно, все это получается теперь рассказывать, как я себе это представлял. Хотелось что-то такое мотивационное вам рассказать, потому что, ну, я еще раз повторяю, мне кажется, это самое главное. Вот мотивация. Как только вы начнете что-то делать, ничего страшного в этом нет на самом деле. Это, правда, понимаешь только когда сделал уже. Когда вот проходит время, я вот, например, 2 года живу, и теперь я совсем, конечно, по-другому смотрю на эти вещи, потому что они уже произошли. А еще 2 года назад, когда я только собирался, я думал, блин, представлял себе, как там это все будет, что я буду делать, куда, чего. А сейчас как-то идешь себе спокойно и, понимаете, даже вот уже за эти 2 года я в каком-то смысле, мне уже даже надоело, можно сказать, Франция. Ну как надоело? Ну то есть она меня уже не удивляет настолько таких вот каких-то бешеных эмоций. Хотя при этом все равно мне нравится. Мне очень даже нравится. Иногда бывают моменты, когда просто из ничего, просто вот в какой-то момент, когда ничего вроде бы особенно не происходит, а так идешь по улице, не знаю, смотришь по сторонам и понимаешь, что, блин, классно, жизнь прекрасна в каком-то смысле. Хотя вроде бы в тот же момент и проблем там, может быть, он, смотрите, какой фонтан цветит, разве это не прекрасно? В то же время, может быть, проблем миллион. И серьезных, и не очень. Но при этом все равно иногда настроение улучшается. Так вот, опять я отошел от темы. Значит, когда вы
начнете что-то делать, просто, ну, даже не что-то делать, хотя и это тоже, ну, в своей стране начать что-то делать, это уже большой прогресс, конечно. Когда вы начнете там документы собирать нужные какие-нибудь, оформлять там паспорта, там, кому что, ну, что нужно. Вот, но, конечно, переходные моменты, когда вы сели в поезд или в самолет, или в, на чем вы там, кому-то, может быть, на корабль, кто как. И вот тогда, в эту самую секунду, я вам советую, если вы еще этого не переживали, и вы только планируете это сделать, я вам советую быть в здравом уме в этот момент, запомнить этот момент и... Ну, поверьте, он такой будет важный, о нем потом захочется вспомнить не раз. Вы должны, в общем, оценить этот момент по достоинству, потому что он очень важный. И вот когда вы уже пересечете эту границу, причем как физическую, так и моральную, то вот, вот тогда все случится. Тогда у вас просто начнет все получаться. Да, конечно, проблемы будут, никто их не отменял. И вот знаете, например, люди, которые пишут часто вопросы мне, да я уверен, и другим блогерам, хотя я себе блогером не считаю, ну вы поняли, о чем речь. Вот часто как происходит, человек спрашивает, а что нужно сделать, а вот расскажи мне, что нужно сделать, чтобы уехать за границу. Ну это дурацкий вопрос, он сам по себе, может быть, не был бы таким дурацким, если бы под этим не подразумевалось, что человек в принципе больше ничего делать и не хочет, и не собирается. То есть просто хочет спросить, и он думает, что ему сейчас вот скажут три слова, и все, но у него из-за этих трех слов само все получится. Это как бы неправильно. Тут в любом случае самому нужно будет делать все практически. Поэтому, ребят, ну, если у вас есть такое желание, если вы считаете, что морально вы уже готовы к этому, то просто начните это делать. Вот, насколько это не банально, но это помогает. Это, по-моему, это одно из самых важных лекарств. Это помогает. Да, вы можете разочароваться в какой-то момент. Можете подумать, что вот я представлял все совершенно по-другому. Так, тут, блин, кругами придется ходить. Что я представлял все совершенно по-другому, а вот у меня вот то не получилось, то не получилось. Естественно, никогда не получится все вот точно по задуманному плану, причем в точности только хорошие вещи будут получаться. Будет проблем много. И все зависит от вашего характера, конечно. У кого-то характер такой, что для него одна проблема – это вообще не проблема, а другой из-за мелочи будет как бы там страдать, мучаться, как морально, так и физически. Но все это ерунда, поверьте. Все это ерунда. Все эти вещи нужно просто проходить, переживать как бы на себе. И потом, я вам гарантию даю, что потом, когда решится одна, вторая, третья проблема, вы будете на них смотреть и думать, блин, да разве это проблемы были? Это так просто. Все решается легко. Не знаю, как-то так. Дерьмовая получилась мотивация, если честно. Но все-таки я надеюсь, что хоть чуть-чуть, частично я донес до вас свои мысли. Хотя, я же говорю, я задумывал все гораздо красивее, у меня в голове выглядело. Я прям даже в какой-то момент, когда перебирал эти мысли, думал, сам себя даже мотивировал. Потому что я вот хоть и здесь сейчас, но это же не относится только к тому, чтобы взять и переехать куда-то. Просто жить тоже нужно дальше, развиваться, там что-то придумывать. Поэтому для меня тоже это в своем роде мотивация. И мне она тоже точно так же нужна. Для каких-то других вещей. Может быть, не для переезда. Хотя, мало ли, может, я еще куда-нибудь захочу поехать.
Есть, кстати, такие мыслишки. Я не так давно для себя открыл канал, про который мне даже говорили в комментариях, когда-то мне его советовали. Но я что-то как-то его пропускал. Точнее, я натыкался на него, но почему-то не пошло у меня раньше. А сейчас зовут паренька Шамов Дмитрий. Он живет в Японии. У них семья даже уже теперь. Семья, и он женился, японку там себе нашел. Она теперь Шамова, Микки ее зовут. Ну, я думаю, может, многие из вас знают. Очень-очень милые ребята, такая парочка вообще шикарная. Очень интересно, в принципе, смотреть и ролики. Они очень познавательные, в отличие от моих, например. Поэтому, в принципе, советую. Япония для меня страна всегда, она была дико необычной, дико интересной. Там реально, ну, по-моему, Япония — это вообще одна из первых стран, которые вот совсем не такая страна, как любая другая. Люди, совершенно другой менталитет, все другое, но все такое прикольное, по-своему интересное, не знаю. И вот у меня, я смотрю его каналы, и знаете, как будто бы все равно по-другому смотришь. Вот если бы я смотрел раньше, когда я еще, допустим, не переехал сюда во Францию, то я теперь я понимаю, как бы я, да, оценил. Я бы вот его слушал, ну, не знаю, с надеждой, что вот он сейчас что-нибудь скажет, и я пойму, что нужно делать, как нужно это делать, чтобы куда-то переехать, чтобы вот точно так же счастливо жить. Но теперь я по-другому на это смотрю, естественно, потому что я это прошел и понимаю, что, в принципе, рая нет нигде. Такого места, которое бы, знаете, вы переехали, и оно бы решило все ваши проблемы, вам бы просто сразу стало невероятно хорошо, и все, вся жизнь перевернулась. Ну, не знаю, такого места, мне кажется, нет, потому что все, в принципе, зависит не от места, а от вашего отношения. Можно вообще никуда не переезжать. И, не знаю, сделать так, что вы будете мега счастливым человеком. А можно переехать и при этом оставаться несчастным, несчастливым и в таком духе. Вот я к чему. Поэтому вы надейтесь на хорошее, но не перебарщивайте, не рисуйте себе там совсем уж какие-то розовые облака и не одевайте розовые очки. Все здесь, в принципе, так же, как и в любом месте мира, но просто чуть-чуть по-другому. И все зависит от того, что для вас именно, что вам именно вам лучше. Как-то так. В общем, ладно, получилось как получилось. Наверное, я все-таки выложу, а там уже не судите строго. Такая какая-то маленькая философия. Не особо подготовленная, хотя вроде бы как бы я что-то и думал себе, но я не писал там, знаете, текст на бумажке или что-то еще, я так делать не умею и в принципе не люблю, потому что хоть я говорю и криво-косо, но по крайней мере я говорю это просто вот от души, так как я думаю, так как мне кажется. Вот он мой совет, многие из вас захотят, наверное, поставить мне дизлайк за такой совет, как уехать во Францию, например. Я, наверное, ролик так и назову. Как раз заодно, глядишь, может, подписчики придут на такие же вещи. Больше ведутся, чем на какой-нибудь, не знаю, ролик про какую-нибудь игру в питанку, например. Она нафиг никому не нужна. А вот как уехать, это уже... Поэтому я, наверное, по приколу назову так ролик. А там уже пусть люди сами решают. В любом случае, спасибо, что посмотрели. И, ну, не знаю, если хотите анонсы, то... Я снял уже ролик про свою работу. Он будет относительно скоро. На моем канале, конечно, скоро — это такое понятие. Но все-таки он есть. Он как бы уже снят, его нужно смонтировать просто. Потом будет ролик про Люрду, в которой я, кстати, сейчас нахожусь. А нахожусь я здесь сейчас по той причине, что я прохожу стажировку от работы неделю здесь. Ну, об этом я тоже сделаю, наверное, отдельный ролик, коротенький. Расскажу, что это вообще такое стажировка во Франции, как это, зачем и как это происходит. Потом там еще на мотокросс я ходил. Ну, в общем, есть несколько уже
уже отснятых сюжетов, из которых просто нужно теперь смонтировать это дело и выложить. Почему, опять-таки, почему вот долгая пауза? Например, серии. В данный момент я записываю, когда я сейчас вот пишу, на этот момент на канале выложена третья серия про Себастьяна Лёба, про то, как я гонялся за Себастьяном Лёбом. И вот, знаете, тоже для меня, я, наверное, сейчас вкратце расскажу, что я об этом думаю. Для меня этот ролик, он был очень важным. То есть даже не столько сам ролик, сколько вот это событие, которое происходило. Потому что Лёба я уже знаю давно, еще, не знаю, 2005-2007 года, вот в то время я уже как бы радовался, фанател, можно так сказать, по его... Он раллийный, кто не знает, он раллийный пилот, очень знаменитый, в принципе, в кругах, которые вообще автоспортом интересуются. Он там 9-кратный чемпион мира по ралли, плюс еще у него миллион разных заслуг есть. И я, в общем, в каком-то смысле был его фанатом, и там, в те времена... Я уже себе представлял вот этот момент, когда думаю, вот бы прикольно было бы, если бы я мог взять, поехать туда, где он будет гоняться, там прям с ним, там, не знаю, встретиться, там, может быть, автограф взять. Ну, такие какие-то банальные фанатские мелочи. И знаете, когда это произошло, я очень не сразу осознал то, что вот, в общем-то, тот самый момент, когда фантазии, какие-то мысли, мечты, они бац и превратились в реальность, а ты как-то даже и не сразу это осознал. И вот когда я монтировал этот ролик, точнее их там три ролика про Себастьяна Лёба, я прямо вот, не знаю, эмоции на меня нахлынули, я понимал, что в принципе вот же он, тот самый момент, один из тех моментов, о которых ты мечтаешь, и оно происходит практически в точности, как я мечтал. Это настолько забавно. И после того, как я выложил, реакция на ролик была, ну, очень слабая. То есть я имею в виду, она-то нормальная была реакция по меркам моего канала малюсенького, но просто мои-то ожидания, знаете, я не понимал в тот момент, когда я выложил ролик и ждал реакции. Я-то не осознал еще, что для остальных-то людей это абсолютно, ну, большинство вообще, может быть, его не знают, кто он такой. А для меня-то, понимаете, внутри, для меня это было важно. Мне казалось, что вот же, смотрите. Ну, то есть, маленькое такое разочарование я после этого получил. Хотя, в принципе, практически сразу понял, что да, все нормально, никто и не должен был каких-то охов-ахов, каких-то там бешеных эмоций, потому что для остальных людей это, в принципе, обычный ролик с каким-то чуваком, да и все. Ничего особенного. Поэтому, ну, я такой, немножко падкий на эмоциональные вещи. Поэтому, в целом, все-то нормально, но вот немножечко-то там сбивает. Я очень зависимый от настроения. Когда нет настроения, то никаких роликов, ничего делать не хочется. А сейчас вот немножечко опять настроение появилось. Поэтому может быть, вполне может быть, что и роликов сейчас будет побольше. Все, уже наговорил, сколько там. Ёшкин-кошкин, 23-24 минуты уже. В общем, спасибо, что посмотрели. И надеюсь, какие-то мысли мои вы тоже разделяете. И может быть, напишите мне в комментариях, что вы об этом всем думаете. И все, наверное, пока. До новых видосов.